Привет! I'm so happy to see you, and today I'm going to teach you 10 common Russian verbs in a real Russian dialogue. Today we're going to have two people in this video. The first person is me, and the second, let's see. Let's start. Что ты делаешь? It's me again, but I'm the second person. Я мою посуду. Мыть посуду. Он моет посуду. Она моет посуду. Ты моешь посуду. Они моют посуду. Мы моем посуду. Вы моете посуду. А что делает твоя сестра? Она кушает. Кушать. Я кушаю. Ты кушаешь. Он кушает. Они кушают. Мы кушаем. Вы кушаете. А что делает папа? Папа? Папа работает. Работать. Я работаю. Ты работаешь. Он работает. Она работает. Они работают. Мы работаем. Вы работаете. А что делает мама? Мама готовит. Готовить. Завтрак. Готовить. Завтрак. Готовить. Обед. Готовить обед. Готовить ужин. Готовить ужин. Я готовлю. Ты готовишь. Он готовит. Она готовит. Мы готовим. Они готовят. Вы готовите. А что делает брат? Он смотрит телевизор. Смотреть телевизор. Я смотрю телевизор. Ты смотришь телевизор. Он смотрит телевизор. Она смотрит телевизор. Мы смотрим телевизор. Они смотрят телевизор. Вы смотрите телевизор. А что делает дедушка? Он гуляет в парке. Be very attentive. В and парке we should pronounce together, and в we pronounce as ф. В парке. В парке. Я гуляю в парке. Он гуляет в парке. Она гуляет в парке. Они гуляют в парке. Мы гуляем в парке. Вы гуляете в парке. А что делает бабушка? Она читает книгу. Читать книгу. Я читаю книгу. Ты читаешь книгу. Он читает книгу.
Она читает книгу. Мы читаем книгу. Они читают книгу. Вы читаете книгу. А что делает старший брат? Он принимает душ. Принимать душ. Я принимаю душ. Ты принимаешь душ. Она принимает душ. Он принимает душ. Они принимают душ. Мы принимаем душ. Вы принимаете душ. А что делает твой дядя? Он покупает продукты. Покупать продукты. Я покупаю продукты. Ты покупаешь продукты. Она покупает продукты. Он покупает продукты. Они покупают продукты. Мы покупаем продукты. Вы покупаете продукты. Что делает твоя тетя? Она пьет чай, кофе. Пить чай, пить кофе. Я пью чай, кофе. Ты пьешь чай, кофе. Он пьет чай, кофе. Она пьет чай, кофе. Они пьют чай, кофе. Мы пьем чай, кофе. Вы пьете чай, кофе. What do you like more? Чай or кофе? Write in the comments below. It's quite interesting because as for me, I love tea and I love coffee at the same time. It's very hard to choose. I don't know, I should think about it. That's all for today. I was very happy to see you here and I hope that you'll remember all phrases. Try to listen to me and repeat after me. See you! Пока-пока!